Итак, пекинскую капусту нарезаем. Вот так вот. Капусте добавляем мясо, куриное филе отварное. Вот, нарезаем не мелко. Добавляем кукурузу. Кукурузу я, значит, промыла немножко от воды, которая она находится, и дала вот, ну, стечь в воде. Все, добавляем сюда кукурузу. Туда добавляем консервированные шампиньоны. Вот у меня резанные. Я положила, значит, сковородку. Вся жидкость выпарилась. И тем временем она как раз и доготовилась. Все, теперь добавляем эти шампиньоны. Добавляем красный виноград. Вот так вот я режу на 4 части, убираю вот эти косточки. И добавляем к салату. Значит, добавляем виноград сюда. Добавляем огурцы. Добавляем соль. Добавляем майонез. Перемешиваем. Три, четыре, пять.